Всем привет, дорогие друзья, с вами Mad Scream. Буквально только что разработчики опубликовали спойлеры на следующую неделю, и давайте разберемся в них вместе. Итак, самое первое — это награда, которая будет приходить к нам на почту ежедневно в виде 15 кирок и одной супер фишки казино. Кирки мы используем в Небесном Лабиринте. В Небесном Лабиринте можно получить сундук с пятизвездочным героем довольно-таки дешево. И как это сделать с минимальными затратами, эту информацию вы можете найти в Весоботе по ссылке в описании. В основном разделе «События». Там это подробно есть в видео. Далее нас ожидает событие казино. Здесь все стандартно, 240 фишек на круг. Всего максимум мы можем закрыть 9 кругов на этом событии. И в основной награде ясновидящая. Ясновидящая — это довольно-таки хороший герой для разгона вашего героя на боссах. Поэтому у кого есть фишки, у кого нет ясновидящей, если такие люди вообще есть, можете ее обязательно открыть и собрать. Но каких-то дополнительных наград на этом событии не предвидится. Далее у нас будут сундуки за гемы. За 8000 нас ожидает сундук с выбором героя, 30 перьев и 30 тысяч монет гильдии. Опять же, если вам нужен какой-то герой из этого сундука прям катастрофично, и вы развиваете еще аккаунт, вот эти монеты гильдии помогут вам развить вашу гильдейскую науку. Это довольно-таки вкусный сундук, если у вас есть гемы, обязательно забирайте. Сундук за 4000, он не выгодный, поэтому пропускаем. Сундук за 2500 выгоден тем, что вы получаете сундук со скинами, который позволяет вам развивать ваше коллекционное здание со скинами. Соответственно, получать дополнительные характеристики. Я его всегда здесь покупаю. Если у вас есть также гемы и вы хотите развивать ваше коллекционное здание, то также берите. За 1500 сундук мы берем только в том случае, если вас интересуют орбы и души питомца, ну, для развития питомца, чтобы поднимать его уровень. В этом случае можно приобрести. Ну и сундук за 500 обязательно берем, потому что самые дешевые свитки и 5000 промоушен стоунов на развитие вашего героя. Далее нас будет ждать вот такой вот донатерский пакет. Он будет в игре продаваться за $100, но в Весоботе по ссылке в описании вы его сможете приобрести почти в 2 раза дешевле. Поэтому кто надумает покупать, обращайтесь. Здесь нам дают 10 тысяч гемов, 200 фишек и 100 кирок. Но помимо этих наград, также вы получите дополнительные награды за приобретение данного пакета. Их мы можем увидеть вот здесь. $100 пакет нам приносит 5000 VIP опыта. Соответственно, вы заберете 2 награды дополнительно в виде 30 перьев и сундука с выбором героя, 40 перьев и 10-звездочной болванкой. Ну а для того, чтобы забрать самую последнюю награду в виде 80 перьев и сундука с артефактом, нам нужно потратить еще дополнительно $50. Ну или же через весу это будет гораздо дешевле. Поэтому, кто надумает, обращайтесь без блокировок каких-то и штрафов. Ну и стоящие пакеты стандартные будут выглядеть вот таким образом. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Поставьте палец вверх этому видео, если было полезно и интересно. И увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева фей Веса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.